Весовая категория до 67 кг. Встречаются представители Бурятии, Улан-Удэ, Школы, спортивный клуб Улан-Удэ, Аркадий Халанов, он красный, и синего угла боксирует Никита Герасимович, работник из Ангарска, кандидат мастера спорта, чемпион Сибирского федерального округа. Чем примечателен вот этот парень светловолосый, на жесткий синий форме, он очень много времени тренируется непосредственно в самом Иванове. Работает там с тренером, учителя, и вот он сейчас, наверное, продемонстрирует тактику и технику тайского бокса. Ну а Аркадий Халанов, он перворазрядник, очень молодой, очень энергичный и очень такой волевой парень, заряженный на победу, и он вот... Да, мы видим, что он уже старается работать постоянно первым номером, заняться в ринге и подавливать Никиту. Никита отстреливается ногами, он работает очень такой... Ну, вряд ли Герасимович это смутил. Да, они уже встречались, как бы друг друга хорошо знают. И, в принципе, я скажу, что работали примерно в том же ключе, в котором они сразу начали. Кстати, группу предложил Халанов. Да, Герасимович не принял этого. Аркаш старается именно больше работать руками. Вот, хотел бы отвечать на бой. Клинчи, он скрутил, Никита хорошо скрутил, работает. Вот, сигнат, подсказывает, что делать. Вот, Аркаш постоянно в атаке, пытается что-то сделать. Или какие-то моменты. Вот, отчаяет Никита ногой постоянно. Вот, это мы видим рассечение уже Никиты, скорее всего, это от локтя. Ну, это, в принципе, не так страшно. Никита скрутил. Вот такие вот вещи, когда под канаты попадаешь. Ну, это, в принципе, ничего страшного, это в пределах правил. Это, допустим, надо. Вот, ну, здесь нужно было Аркаш ногой показать, здесь локтем, как мы обычно отрабатываем, но здесь ничего не отработал. С локтями закончил. Ну, понятно, Жерар, что вы желаете, так сказать, успех своему ученику, но ощущение, что здесь может быть в классике лосовать фильм, как с вами хорошо. И высоко работает, вверх, и уровень. Да, но пока мы видим, что именно чистых ударов ни один из спортсменов не нанес. Вот, только рассечение Никиты. Вот сейчас Никита хорошо попал, по-моему, с локтя. И наша хорошо, вот, опять вот. Такой обоюдный встречный бой у обоих идет спортсменов. И вот такое ощущение, что эта группа предлагает наш. Да, надо скрутить, нужно было здесь Аркаш. Но, в принципе, у каждого желание победить, поэтому при родной публике, тем более у Аркаши, поэтому постоянно старается идти, работать только первый год сейчас. Взять паузу, немножко промахнулся, посмотреться. А вот вперед, бить. Вот уже все разбиться. Да, у нас вот. Ребята хорошо друг друга знают, и каждый старается выиграть. А без этого никак. Если вышел на ринг, то будет готов. Сейчас, между раундом, Вот колено. Смотрите, за руку включаю. Скручивание Никита хорошо сделал. Аркаш, мне кажется, все впереди. Только набирает опыта с этими хорошими ребятами. Вот сейчас Аркаш. Вот, пропустил. Какой-то поставленный, а? Симпатичный парень, если вы сейчас это считаете. Да, мы, в принципе, он постоянно к нам приезжает на чат республики. И вот первый раз они уже берутся в разделе ПРОАМ, полупрофессионалы. Но Никита уже, в принципе, имеет опыт чисто в профессионалах, именно в Таиланде он выступал. Он так выступал в Таиланде, кто только тренировался. Тренировался и выступал. С тайцами? Да, именно с тайцами, и выиграл самих тайцев. Выиграл? Да. Красавчик. Ну, видишь, что вот это за вы,
Зрелищный бой, очень интересный бой. И мы слышим, как зритель болеет, особенно за Аркашу. Да, конечно, поддержка была хорошая, зал. Оказывается, вот, Никита опять видел кик. А вот теперь берет паузу. Я всего лишь 4 грамма. Ну, слышал, все это такое ощущение, что не закончится. Мне кажется, Аркаша старается именно на единственный удар поймать соперника, хотя в таком бою очень трудно это сделать. Вот, хорошо, подсек. Удар Никиты, видимо, сам удар не видели, скорее всего, он защиту поднял перед ногой, и Аркаш подсек заднего ногу уже. Хорошо, Аркаш, так вот, хороший, старался встретить Аркаша с правой руки, но все-таки промахнулся. Видим, что оба спортсмена устали, Аркадий коленом, область печени. Никита пускает, очень такой, очень хороший, очень интересный бой. Никто не хочет уступать, как мы видели в прошлом поединке. Здесь, как бы, ребята нацелены только на победу. Вот еще. Удар, сильный удар, держал. Симович приглашает. Опускает, вот. В принципе, пока удары такие средние, все-таки Никита набирает очки. Хотя в тайском боксе именно считаются чистые удары. Такие удары, как башляки, это не идут за счет. Он отвечает. Никита постоянно держится в хорошем движении. Только Аркадий старается поднять руку, ударить рукой. Никита отвечает ногой в область корпуса. Ну, я уже встречался с этим противником, также его выигрывал. Но в этот раз он стал опытнее, сильнее. В принципе, так же, как я, но в этот раз было намного сложнее. Вы чемпион СФО? Да, я выиграл Сибирский федеральный округ в этом году. Мы сейчас видели едва ли не лучшую работу ногами на всем турнире. Это вы специально тренируете с ноги? Наш клуб, наши тренера делают акцент исключительно на ноги. У нас очень много работы ногами, из-за этого получается такая работа в моем исполнении. Ну, замечательно, очень красивая работа. Большое спасибо. Тренируетесь в Бангкоке? Нет, тренировался много раз в Паттайе. Меня позвал мой друг Рустем Зарипов. Если кто это будет смотреть и кто увлекается тайским боксом, можете найти его ВКонтакте. Также с ним связаться, и он вас встретит, приютит и покажет всю красоту муай-тая. Мы благодарим вас и поздравляем с победой. Спасибо большое. Бой весовой категории до 71 килограмма. В ринге Максим Гаськов, представитель Бурятии, он, кстати, боксера и чистый таец. Представитель Федерации кикбоксинга. Кандидат мастера спорта, он в красном углу, в красной форме, а в синей форме работает представитель города Кисилёв, Кемеровской области, Иван Косых. Ну, уже мастер спорта, кстати, по тайскому боксу, чистый таец, белокурый, это был один парень. Ну, наши как будто бы атакуют прямым левым его встречах. Да, Косых идет именно в клинче, именно тайский клинч. Максим тренируется воевательно. Ну, также, в принципе, переводится на ринг, да, Максим, и приходит к нам. Напомним любителям боевых единоборств, что боевой единоборств является абсолютно чемпионом мира, профессионалов. Вот Максим хорошо идет, работает первым номером. Первый раунд. Да, это все-таки, в принципе, первый раунд ничего не значит. Максим, в принципе, нас заменил другого представителя из Саянской Сиани. Владимир тут травму получил. И как бы Максим, вот хороший удар. Разворот. Вот. Виктор Занданов подсказывает своему ученику. Боксер серебряную группу, по-моему, да? Боксер был очень хороший. Уже 51-53,5. Вот Максим хорошо работает, но все-таки Максим также к нам приходит, именно
на тайский бокс тренируется, отрабатывает, особенно работают клинчи немного здесь. Пауза. Он косых, Иван старается. Вот. Также на отличных курсах работают ребята. Идет постоянный обмен ударами. Вот, но все-таки видимо, Иван лучше работает в клинче, в ближнем бою. Скрутил. Сделал бросок. Вот лоу-кик. Мощный лоу-кик. Вот, а здесь уже Максим отвечает хорошо. Вот, смена ударов хорошая. Ну, в принципе, лоу-кик во все виды единоборств, как карате и в кикбоксе, пришел именно из тайского бокса. То есть база основная ставится именно из тайского бокса. Вот, хорошо. Подхват идет и подсечка. Чистая, да? Да. Хорошо работает Иван. Вот, передний джеб работает, встречает передний тип. Ну, ноги, я никакого амбуза задействовал. Но все-таки Максим также является также и бывшим тэквондистом. Как можно сказать, бывший, не бывший. Так занимался тэквондо, кикбоксингом занимался сейчас. И получил справа. Вот, хорошо работает. Также набирается опыта именно в тайском боксе Максим. Тяжело. Максим немножко тяжело именно в ближнем бою, в клинче. Здесь уже именно тренера подсказывают Максиму, то есть Ивану, именно работать в ближнем бою, в клинче. Вот видим опять скручивание. Да, он все-таки уже раскусил именно Максима. И секунданты подсказали работать именно в ближнем бою. Не из пациента, а не из первого номера. Все-таки опытный. Вот на коме так уверенный себе парень. Вот такие вот передние. Передние джебы идут, да. Джебы такие легкие. И все проходит. Там все кровотечение или что? Небольшое, видимо, есть. Слышим, как подбадривают именно. Выглядит как-то это, посвежее. Вот. Да, кровотечение. И устал. То есть, гироскоп устал массивно. Вот здесь ближний бой. Вот. Максим подсаживается. Когда они вот это претерпевают, когда попадают лоу-ки, во внутреннюю сторону добираются, нога ходить не может. Как видят. Ну это в принципе с годами тренировок это все набивается, уже в принципе привыкает к всем этим сильным ударам. Все за счет именно упорных тренировок. Вот. С воротом, с локтем. Он попал, не попал, все, был очень опасный удар был со стороны Ивана. Максиму нужно здесь быть предельно осторожным. Свежее, явно свежее косых убит. И вот тот клинч, да, вот этот тайский. Но Максиму нужно отдать должное, что именно он заменил соперника, он не совсем был готов, но все-таки молодец. Иван, вы являетесь серебряным призером чемпионата России? Да. Итак, это в каком году? 71. А в год какой? В этом году. То есть вы действующий чемпион, призер? Да, есть. Очень тяжелый был бой? Очень тяжелый. Был бы бой по правилам К1, я бы, наверное, проиграл бы. Повезло, что по тайскому боксу боксировали. А этого парня уже знаете, боксировали? Нет, первый раз боксирую с ним. Но мы перед боем смотрели записи, изучали манеру его боя, ну и так далее. Вообще-то он кикбоксер? Ну, мы специально готовились под него. Но если бы пока не боксировали, намного труднее было бы. А все, что задумывали на бой, все реализовать удалось? Нет, не все, конечно, но больше получилось. Как готовили строить? Ну, настрой хороший. Очень большую работу с тренерами проделали. Очень тяжелые тренировки, сборы всякие. Ну и все. Мы ожидали от вас более активной работы ногами. Ну, как получилось. Мы в последнее время вообще даже почти без клинча тренировались-то. Потому что думали, что пока один будем драться. А подрались по тайскому боксу. Ну, вообще удивило и очень понравилось ваше хладнокровие, такое умелое построение боя. Ну, я уже не первый же год боксирую.
Уже занимаюсь 12 лет. Ну вот. Ну что ж, примите наши поздравления с пожеланиями дальнейшего удачи. Спасибо. Успехов. Итак, весовая категория до 75 килограммов. Это время больших парней. Самая тяжелая на нашем турнире категория боксирует Иван Яньков из Улан-Удэ, представитель нашей республиканской федерации клуба «Булганте». И Любимов Родион из Усолья Сибирского. Нам по-прежнему продолжает помогать президент нашей федерации муай-тая Жаргал Ачиров. Жаргал Батович, вот что об этих парнях нам известно? Ну, ребята уже опытные, вдвоем. Оба являются кандидатами мастера спорта, победители различных турниров. На ринге они встречаются в первый раз. Давно хотели встретиться, вот первая возможность, когда они встретились. Ну, также они являются друзьями. В принципе, ну, вне ринга. Друг друга в бою они не жалеют. На ринге друзей нет, да? Да. В правой руке заряжает Иван Яньков, Уланудэнец, прямым таким ударом красивым рисунком на правой стороне. Родион из города Усолья-Сибирска, Иркутская область. Ну, здорово, конечно, будет. Очень, но все-таки ребята, 75 килограмм, это, в принципе, на пути лишь удара, каждый, в принципе, может свалить соперника. Поэтому, вот сейчас Иван пропускает удар рукой. Отвечает. Ну, Иван выше ростом, Вот. Ван джебом отвечает, закончился первый раунд. Завершился, не похож на разведывательный. Сразу такое ожесточение старое. А вот Яньков, Иван же ваш воспитатель, он участвует не только в муай-тае, но и в рукопашном боях, в К1. Да, но вот наша федерация, он представляет именно в К1 и других видах единоборств. В принципе, тай-боксеры могут выступать в любом виде единоборств. Тайский бокс – это универсальный вид спорта. Слушай, это как ожесточённый. Да, вот. Бой, Любимов, Родион. Может быть, не все, вот, хорошо, вот сейчас свалил. Иван, это, да, это все плюс идет. Иван. Вот, встречник попросил опять. Слушай, ну он уже второй, не первый раз попускает. Вот сейчас, друзья, опять то же самое, но не понимает, не видит, что это. Не закрытая голова совсем. Левый передний не прикрывает. Нет, удар на встречных курсах, Иван вот коленом пытается ответить Родиону. Ну, да, вот опять вот. Это уже с левой стороны голова. Вот такие вот выступления, критики, поддержка со стороны сенатов в тайском боксе разрешены? Да, да, это именно подбадривает соперника и к доверенности самого соперника. Вот, Иван, хороший взрыв. Да, это можно заметить в боксе, фейкбоксинге, а вот именно в тайском боксе это принято. Хороший взрыв сейчас. Вот, хороший Иван работает. Сейчас колено, вот, хорошо колено попал. Вот, подними руки, вся голова открыта, получал сразу голову. Понятно, рука с опущенными руками. Начался второй раунд. Очень интересный бой. Третий раунд. О, колено от Ивана. Видим, что Родион больше устал. Вот. Вправо. Вот, все. Встречные. Оба пропустили встречные удары. По-моему, Родион нету капы. Без карты? Без карты, по-моему, обратились. Без инструкции?
Грессий должен был оценить, видимо. Такой напряженный бой, что... Вот сейчас хорошо прикрыл голову, да, пропустил. И локти поднял, и спереди перчатки не прикрылся. А вот перчатки такие в тайском боксе? Да, да, это именно тайский бокс. И еще легче. Нет, 75 килограмм – это 10 унций, это вот именно видим, что это, да, это именно тайские перчатки фирмы Firetex. На профессиональный поединок одевает, вот Иван все-таки идет первым номером, работает, нас передохнули, вот все. Кстати, качается. Чаша вот решающий бой, да, для нашей федерации. 2-2 пока нет. 2 боя местные игры, 2 боя ближе. Сейчас все зависит от того, кто победит, кто станет, ну, в неофициальном, да, а команда. Да. А то высочайшая рамка. Третий раунд, невзирая на усталость. Все в норме, все хорошо, все завершится. Я думаю, что Иван здесь был сильнее, но я думаю, что Иван в этом поединке выиграл. Родион больше устал здесь. Иван, очень тяжелый бой был, мы просто переживали за вас. Да, бой действительно очень был тяжелый. Тяжелый не только соперник, опытный, и тем более мой друг. Поэтому сражаться пришлось с его волей. Ну, спасибо вам. А было такое ощущение, что вы к концу раунда как будто бы подуставали. Что-то с физикой, что-то недостаточная, да, подготовка физического? Да, конечно, устал, функционально, плохо был подготовлен. Ну, главное силой воли. Ну, мы, видим, не будем больше вас утомлять, да. Вам тяжело, вы очень устали. Примите тяжело. Еще раз наши поздравления. Всего спасибо. Вам доброго, удачи, успехов в дальнейшем. И вам удачи. Ну вот как мы сами и предполагали, уважаемые телезрители, как предполагал наш гость, председатель Федерации Тайского бокса Грессий Жардал Ачиров, победу Кустина Ивана Янькова, в общем-то, согласитесь, Жардал равным бой. Да, это очень равный бой, интересный, красивый и такой захватывающий бой. Ну что же, ваши аплодисменты, чемпионы. Сегодняшний день показал уровень спортсменов, то есть практически каждый из бойцов демонстрировал именно технику муай-тай. Значит, это тренера очень хорошо поработали, и, как бы, уровень бойцов еще раз вот, они продемонстрировали, то есть очень хорошие бои. Что можно сказать по организации турнира? Ну, что хочу сказать. Вот я приехал второй раз, что год назад, что сейчас. То есть вот хочется прям слова благодарности сказать в адрес Федерации тайского бокса Бурятии. То есть, ну, очень здорово встречают, так сказать, организация соревнований. Ну, как бы не было никаких практических замечаний там с моих стороны, там какие-то там мелочи там. Вот, и, то есть, и уровень судей растет также. То есть я проводил семинар там год назад. И как работали ребята в ринге год назад, и как судьи работают сейчас, ну, это, как говорится, видно, то есть, что ребята... Прогресс есть. Да, прогресс есть, очень сильно подтянулись, и в плане судейства тоже, поэтому... А нам показалось, как-то зрителей маловато? Ну, может быть, я не знаю, может быть, не было какой-то, может быть, большой, мощной рекламы по Бурятии, по Улан-Удэ, вот, но я считаю, что... На мой взгляд, бои очень высокого уровня. И это при том, что в Бурятии любят боевые единоборства, и муай-тай в том числе. Ну вот таково мнение главного судьи, так проходили бои. Мы с вами на этом прощаемся, благодарим вас за внимание. Всего вам доброго, до новых встреч и всех благ.